Сделать выбор станет проще. В преддверии единого дня голосования, который состоится 8 сентября, для удобства местных жителей будет открыт новый избирательный участок. В связи с динамикой развития территории курортного района и вводом в эксплуатацию жилых комплексов малоэтажной застройки, Центральной избирательной комиссии было принято решение о формировании нового избирательного участка на территории жилого квартала «Рай в шалаше». Границ избирательных участков курортного района коснулись изменения. Жители комплексов «Рай в шалаше», «Еловый дом», «Лесная дача», «Теплый дом» и «Жемчужина у разлива» отныне сформированы в отдельный избирательный участок под номером 1273. В территориальную избирательную комиссию в ходе проведения избирательных кампаний поступали многочисленные обращения от избирателей с просьбой образовать избирательный участок вблизи жилого комплекса «Рай в шалаше», потому что раньше им приходилось приходить на участок, который расположен в нескольких километрах от жилого комплекса. Поэтому мы обратились совместно с администрацией курортного района с просьбой к Центральной избирательной комиссии рассмотреть возможность образования нового избирательного участка, который бы находился в непосредственной близости с жилым комплексом «Рай в шалаше». Всего на территории образованного избирательного участка проживает порядка 1348 человек. Администрацией курортного района была достигнута договоренность с застройщиком территории о предоставлении помещений для организации работы участковой избирательной комиссии на период проведения избирательной кампании. Располагаться избирательный участок номер 1273 будет по адресу улица Всеволода Боброва, дом 21. Помещение предоставлено застройщикам «Флагман» на время проведения избирательной кампании. Участковая комиссия здесь будет располагаться и осуществлять свою деятельность за 10 дней до дня голосования. Соответственно, к этому времени помещение будет подготовлено, оборудовано всем необходимым технологическим оборудованием. В настоящее время комиссия сформирована. В комиссию вошли 9 человек, это представители политических партий, в том числе и жители, которые проживают непосредственно в данном микрорайоне. В преддверии единого дня для голосования местные жители смогут получить всю необходимую информацию на официальном сайте территориальной избирательной комиссии номер 13, а также придя лично на участок. С 28 августа избиратели данного микрорайона могут прийти в помещение избирательного участкового избирательной комиссии и уточнить всю необходимую информацию для них. Это касается в первую очередь уточнения списков избирателей. Второе, если человек будет находиться в период голосования за пределами своего фактического места жительства, он может обратиться в участковую избирательную комиссию, написать заявление и проголосовать по месту своего непосредственного нахождения в день голосования.